Ну, где ты там? Госпожа Мартен! Госпожа Мартен, здравствуйте! Добрый день, Луиза. Ну, как вчера ваш пирог удался? Ой, он отлично удался благодаря изюму, который вы меня судили. Я вам так благодарна! Ну что, голубушка, не стоит. Заходите ко мне, поболтаем. Спасибо, госпожа Мартен. Не стоит, Луиза. До свидания. Святая дева! Сударыня, куда же? Сударыня, стойте! Стойте! Я прошу вас! Остановитесь, сударыня! Подождите меня! Стойте, сударыня! Лекарь! Прелестная хозяюшка! Вы опознали, сударь? Я вас не знаю. Зато я вас узнал. Вот уже 2 дня... Как я не живу и не существую, а только и делаю, что вспоминаю вас. А куда вы идете? За покупками. Так давайте пойдем вместе. Тот, который лежал в постели вашей хозяйки? Ну да, Матерь Божья. Может быть. Но я лучше запомнил его рану, чем лицо. А теперь смотри внимательно, Бюси. Видишь слева, это и есть тот самый дом, о котором я тебе говорил. Вижу, монсеньор. А окна по-прежнему плотно закрыты. Да, эта дама... крепко стережется, или ее очень крепко стерегут. Отсюда на меня выскочили эти бешеные миньоны. Спрячешься там, если какой-нибудь человек войдет в дом, последуешь за ним и узнаешь, кто он такой. А если он закроет дверь на ключ? О, прекрасно, монсеньер. И что прикажете сделать с этим человеком? Только узнать, кто он такой.